Лишь один шаг отделяет этот цирковой номер от балета, который столь совершенно исполняют замечательные артисты Государственного цирка России Наталья Васильева и Юрий Александров. Всякий раз этот номер пробуждает в моем сердце искреннее волнение. Это один из самых совершенных номеров, которые я когда-либо представлял на фестивале цирка в Монте-Карло, где его создатели получили высокую награду серебряного клоуна. Замечательное искусство акробатики соединяется в нем с изысканной хореографией и прекрасной музыкой.